Какое же чертовски удивительное ощущение научиться ловить кайф от своей жизни, любить и иметь возможность быть открытым, искренним и честным, наполнять этой жизнью себя изнутри. А самое главное, это необычайное чувство эйфории от одной только мысли, что есть на земле человек необыкновенный, особенный, способный подарить огромное счастье. И ему не надо для этого быть каким-то сверходаренным, суперталантливым, знаменитым или немыслимо красивым. Ему достаточно просто быть. Он твоя жизнь, воздух, смысл твоего существования. Благодаря ему счастье выступает под кожей, и солнце льется из глаз. И наплевать, что нас разделяет так много всего, такая необъятная пропасть, через которую не переплыть и не перепрыгнуть. Но любовь, она ведь смеется над препятствиями. Чем их больше, тем более дикой становится потребность, подхлестываемая запретом. Непреодолимый кайф, когда в крови одно безумие на двоих. Вы делаете одинаково безумные вещи, говорите одинаково безумные слова, и вам до безумия хорошо вместе. А еще до безумия пофиг, что об этом думают другие. Два пылающих сердца встретились, чтобы сойти с ума и заодно свести с него весь земной шар. Это самый лучший человек на земле. И не хочу ждать новогодней ночи, чтобы случились чудеса. Чувствую, что они прямо здесь, в эту самую минуту прячутся по моим карманам. Закрываю глаза и слышу твой голос. До встречи в новом году, моя лучшая жизнь.